Образ легендарного супергероя Бэтмена скоро появится в новом спектакле «Летучая мышь» на сцене Большого театра Беларуси. Для воплощения известной оперетты Иоганна Штрауса в Минск приехала команда из Венгрии. Режиссер спектакля, художественный руководитель Будапештского театра оперетты и мюзикла Миклош Габор Кариньи. Он уже успел познакомиться с нашей труппой, провести прослушивание и определить несколько составов солистов. Постановщики максимально задействуют возможности сцены нашего театра. Главная декорация будет вращаться на поворотном круге. Также в спектакле будет много воды, установят фонтан, ванну и даже бассейн. На сцене обещаю множество летающих объектов. Всего 49 разных картин. Только свет за время постановки будет меняться 241 раз. Очень зрелищные эффекты будут использованы. Оперетту Иоганна Штрауса поставят на русском языке. Первая репетиция «Летучей мыши» намечена на 1 марта. Премьеру обещают в следующем году.